Его называют посредником между истиной и человеком. На Востоке его сравнивают с прозрачной средой, которая принимает и передает знания, не искажая. Что принимаем мы? Олег Торсунов предупреждает. Осторожно, это подмена. Принято считать, что на выходные хорошо собраться с друзьями, отдохнуть, посидеть, поговорить до 2-3 часов ночи, думая, что это и есть настоящий отдых. Осторожно, это подмена. 10 часов вечера, когда солнце село и взошла луна, человек должен отдыхать. В это время организм нацелен на отдых. Мы можем видеть, что когда солнце зашло, природа стихает, птицы начинают меньше петь, появляется в атмосфере тишина и спокойствие. И это значит, что надо отдыхать. В вечернее время надо проводить в кругу семьи, успокаиваться, нежно общаться с близкими. И таким образом готовиться ко сну. Если вы легли в 2 часа ночи вместо 10, то на отдых время почти не осталось. Солнце восходит, и все живое просыпается. Мы видим, как дует легкий ветерок, настроение повышается, появляется повышение работоспособности, хочется много сделать. Это значит, что активность психическая, физическая у человека повышается во время восхода солнца. Но если продолжать в это время спать, то мы реально разрушаем свою возможность жить нормально и спокойно. В результате давление снижено, настроение снижено, человек чувствует себя разбитым весь день, иммунитет снижается, появляется склонность к простудным заболеваниям, и концентрация внимания, работоспособность сильно снижаются. Кроме того, появляется склонность ложиться поздно спать на следующий день и поздно вставать. Так продолжается месяцами. Человек начинает чувствовать себя разбитым постоянно, у него снижается настроение, он не может сосредоточенно работать, портится отношения с близкими, портится иммунитет, обмен веществ, и никакого отдыха в жизни совсем нет. И все-таки, если вы решили поздно собраться с друзьями и пообщаться с ними, протестируйте себя. Если вы склонны быть очень нервным, если вы чувствуете, концентрация внимания в последнее время снижена, давление прыгает, если вы чувствуете, что краски жизни поблекли и настроение стало ниже среднего, это значит, что вы уже заболели этой болезнью. И в этом заключается подмена, что вы на выходные решили отдохнуть, но засиживаясь допоздна, вы портите себе жизнь.